У Алиши нет никакой цели. Анастасия Волочкова о дочери. Бывшая прима Большого театра объяснила, почему не привлекает единственную дочь Ариадну к выступлению. Анастасия Волочкова наследницу ни к чему не принуждает. Балерина Анастасия Волочкова много работает. У нее есть собственное танцевальное шоу, свой коллектив, с которым она много гастролирует. В постановках экс-примы участвуют не только взрослые танцоры, но и талантливые дети. Однако среди последних почему-то нет наследницы звезды, которая, к слову, не обделена способностями. Сейчас знаменитость активно готовится к спектаклю балерины в «Зазеркалье цирка», премьера которого состоится на сцене концертного зала «Мир» на Цветном бульваре. Корреспонденту шокирующие новости. Удалось пообщаться с Анастасией Волочковой и узнать, почему Ариадна почти не появляется в спектаклях мамы. У Алиши нет никакой цели, она попробовала и спорт. Это был большой теннис, бальные танцы и современные танцы, и музыку, и фотографии, занималась художественной гимнастикой. Сейчас она занимается конным спортом. Не нравится ей быть в проектах творческих сейчас, поэтому я привлекаю детей, которым это действительно интересно. «Я не хочу ребенку насильно что-то навязывать», — рассказала Анастасия Волочкова. Внимание на экран! У Алиши нет пока никакой цели, она попробовала и спорт, и большой теннис, и бальный, и гимнастика, в общем, чем только она не перезанималась. Сейчас она, опять же, занимается чем-то интересным. Я не хочу ребенку как-то насильно. Напомним, Ариадна появилась на свет 23 сентября 2005 года. Отцом девочки является бизнесмен Игорь Вдовин. С ним Анастасия Волочкова в 2007 году сыграла пышную свадьбу, однако до ЗАГСа так и не дошла. Через год после торжества в отношениях балерины и предпринимателя начался разлад. Они расстались, но сохранили приятельские взаимоотношения ради дочери. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал «Шокирующие новости». Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. В страшном ДТП скончался сын колбасного короля. Видео. Проявляет характер. Кудрявцева показала кричащую наследницу. Вайкуля оправдалась перед Корчевниковым из-за отсутствия детей. Лукашенко отправили в монастырь на поклон Путину. Цветущая вдова резко помолодела после смерти Кобзона. Оставайтесь с нами.